Дмитрий, расскажите, что произошло с вашим ребенком, когда он был на полсадах? Ну, она шла от бабушки, и ее сзади накинула собака. Где вот. Это произошло? Динамовское огородное пересечение, прямо на перекрестке. И она на нее кинулась, укусила за бедро, за заднее. Люди вообще, вот кто рядом стоял, никто даже ничего не помог, не отреагировал. Она позвонила, вот я пришел, начали искать собаку, собаку не нашли, соответственно. Поехали в травмпункт, начали делать прививку. Потом пытался найти эту собаку, так и я ее не нашел, вот, эту собаку. Но смысл такой, то, что у нас здесь ходит бабушка, и за ней стая этих собак ходит. Это вот она раз в неделю где-то бывает, здесь проходит. То есть она их подкармливает? Да, она их подкармливает, вот, и как бы уже жаловались на это не раз. Ну, реакции никаких не было. Еще один ребенок, получается, укус у одного ребенка. Какая-то была реакция со стороны полиции, следственного управления? Да, была. Сразу полиция приехала, где-то через час опросила нас. Вот. И потом следственного комитета звонили, как бы начали интересоваться этим делом. Ну, пока все. То есть, вот на данный момент каких подвижек, вы не знаете о каких подвижках? Пока я не знаю, да, никаких подвижек. И вчера я вот опять сходил, и я видел, собаки также гуляют, ходят стаями. Вы говорили, что кто-то еще в вашем подъезде пострадал? Да, да, тоже мальчик. Это было где-то месяца три назад, наверное. А с администрации районной кто-то про вас приходил? С администрации никто не приходил, не звонил. Единственное, вот с полиции только. Но они только звонили со следственного или вас вызывали, или, может, приезжали? Ну, они меня вызывали, да, чтобы я к ним пришел и дал объяснение. Ходили или нет? Нет, еще пока не ходила.